Герман пилит, 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 пилит вишню. Давай резче. Вот. Ваша задача, Григорьевич, посмотреть, где она упадет, чтобы с Валей потом подойти на место, ну, эпицентра. Ну, в смысле, где она локализуется. Ты думаешь, она в любом месте может упасть? Хрен его знает. В Краснодаре не упадет, все нормально. Она точно не упадет. Надо было это, веревку все-таки какую-то. Сейчас. Сколько там процентов распил уже? 45. Какой ты скучный пиляльщик. Сейчас пойдет. Отлично. Так, смотрите внимательно, дети, все ушли. Ну да, ушли, я ушел. Дети ушли. Ушли, ушли. Так, Григорьевич, внимание. Смотри сам внимание, чтобы не это. Кошек, ты готов? Да давай резче, готов уже полдня. Сейчас еще полчаса так пройдет. Где Антонович? Еще раз говорю, гуляет. Вне дачи, да, давай, пили, пили. Ну. Ну давай еще чуть-чуть. Три. Четыре. Два. Один. О, пошла, пошла. Путь. Ну же, ну. Хорошая блесина. Давай, 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 давай. Я сейчас на веревку на это.